Всем привет, с вами Филипп. И сегодня опять у нас мистер Хоп. Именно мистер Хоп. Playhouse 2. Но мы будем дополнительно заходить. Сегодня дополнительно. Мы сыграем две эти игры. Я накоплю на эту. Сначала купим, что я первый купил. Вот это, старт. Смысла нет. Нет, вроде как. Где, кто? Ой-ой-ой, черт. Какие-то непонятные существа. Ой, господи, отстаньте от меня все. На, на, да, стреляю я вас. Отстаньте от меня. На, 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 на. Господи мой, я в эту игру хоть не первый раз играю, но все равно непонятно, зачем она сыграет. Сразу говорю, это последнее видео про мистера Хопса. Пока не выйдет Бенди, мистера Хопса больше не будет. Все, сразу говорю. Больше мистера Хопса пока не будет снимать. Ай. Ну все, первый раз играли и хватит. Сразу говорю, после того, как выйдет новый Бенди, мистера Хопса мы начнем опять снимать. А сейчас больше не будем. Простите. Это, наверное, будет последняя нить с мистером Хопсом. Если я тут еще не надумаю. Давайте на изи. Я не так уж понимаю, в чем тут смысл. Это игр. Но какие я люблю. Ну, играть не с ботом. Кстати, тут можно, знаете, что делать? Вот так вот. Вот так вот здесь идет. А что я? Все, ладно. Я и так просто на расслабоне. Я хочу прям выигрывать здесь. А как там крутить какой-то это? Так. Через 10 дней выйдет. Ой, через 10. Через 9. Через 9 дней выйдет Бенди. Через 9 дней у нас выйдет Бенди, так что... Ожидайте, будем разбирать чей-то геймплей. Наверное, буду... Ой, у GMG брать геймплейное видео. Потому что сам я не смогу сыграть игру. А вот кого-то рассмотреть, как он играет, смогу. Так, мы вроде мистера Хопса играем. Мы еще в прятки пойдем. Ой, на охоту пойдем скоро. И все, закончим видео. Давайте до питья. Я выхожу. Давай. Так, господи. Давай, давай. Вот ты. Паршифейс. О. Сейчас. Блин. До пяти играем. Если мне опять будет, когда заканчиваем. Что это за меня такая? Контролируем. Да. Все, у него 5, а у меня еще 4. Сразу говорю. Это пока, наверное, последнее будет видео про мистера Хопса. Все, короче, выходим отсюда. Ух, выход. Конец. Больше нам не надо. Давайте. Сейчас зайдем в охоту. Ловлю вторую вроде, да? Сыграем быстренько там. Нет, загрузите игру. Сразу уходим. Понятно? Эй, охота, вторая глава. Давайте сыграем, сохраню. Сразу говорю, проходить, наверное, не будем. Но после момента с прошлого видео я чуть не умер от страха, так что пойдем к миссис По сейчас мы. Та музыка не настораживает.
на самом деле. Я иногда пытаюсь именно идти на эту музыку. Ой, простите. Ничего не хотел, Вы видели кого-то там? Вообще-то? А нет. Ой, господи. Ой, мистер Попс. How did you get all the way down here? Что за задание-то? Вернись в хостель. Ой, господи. Пожалуйста, не пугайте. Да! Эстер. I don't know what you're playing at, Esther. If I catch you out of bed again, you'll be spending the night in the cellar. Do I make myself clear? Yes, Miss Beverly. Спасибо. Bed now. Все. Ура! Ох. О, господи мой. Шесть, что за шесть-то? Я думал, мы так по охоте пройдемся. Это что за фигня? До свидания. А зачем? Ну, ё-моё, до свидания. Мне обязательно туда идти? Чуть-чуть знаю. Задания нет. Мне обязательно сюда идти, а? А давайте мы на этом закончим, а? Мне страшно вообще-то. Вы говорите идти. Значит, а поскольку по-другому. Я уйду сейчас. Ну что вы издеваетесь-то, а? Ну, дайте мне передохнуть. Я этот скин сейчас сменю, он мне уже надоедает. До свидания. Меня сегодня хватит. Загрузить игру. Правильно, 6 есть вот. Так, дополнительно. Вот у нас сколько там, я так надеюсь, есть. Потому что мы прошли целую главу. Нормально, нет. Спасибо. Хотел бы отпустить. Ну ладно. Надо быть обычно. Так, сказал сменю. Сменю лучше. Давайте сменю теперь. Ой, да, блин. Ну, мы дошли до хоть до Кутова. На этом мы закончим. С вами был Филипп. Всем пока-пока.